Здравствуйте, давайте посмотрим паузу или точка. Сначала посмотрим, что за человек сюда пришел. Притяните его. Пауза или точка, да, что за мужчина? Опыт принимаете, да, идете к нему. Хотите ясности? Здесь человек, который идет по жизни. Просто идет, понимаете? Идет, принимая все благости, да, получает удовольствие от жизни. Эгоист. Нужно изобилие мужчине, да, и он это получает в социуме. То есть там, где много людей. Очень любит масштаб, да. Социум любит, девочки. Очень любит там общаться, получать там удовольствие. Давайте посмотрим, пауза или конец у вас. Жизнь идет, а сама тут судьба не знает, что у вас, пауза или конец. Знаете, такое ощущение, что все смотрят в новое. Одним глазом, да, друг на друга, а другим в новое. Почему? Потому что все тут задумались люди, что вы, что он. Никто не знает, пауза либо конец. Но в новое уже смотрите. И не можете понять, новое он, либо вы. И он также смотрит. Да? То есть не знают, неизвестно здесь. Очень много дум. Такое ощущение, что люди подустали друг от друга, да, пошли на отдых. Вы знаете, порох в пороховницах есть. То есть желание быть, может быть, и есть вместе. Но почему-то тут стена. Стена выстраивается от прошлых отношений, видимо. Здесь опять же показана звезда. Расстояние может быть. Может быть, между вами большое расстояние. Вы сейчас не вместе. Поэтому новое, да? Немного выбора. Девочки, у кого много выбора? Здесь у вас или у него? Здесь, скорее всего, у двоих уже много выбора. Видимо, вы не вместе здесь. Много выбора, а вообще, скорее всего, много иллюзий. Про пути, про то, как может быть, какие-то представления, да, такие вот. А если так вот, то так будет, а если так вот, то так. То есть здесь, знаете, люди, такое ощущение, что очень много думают про отношения, про исходы, какие могут быть между ними. Два пути. У кого-то выбор, и у кого-то выбор сложный. Я не могу понять, девочки, у кого. У вас выбор сложный здесь. Столько сил и воли надо, видимо, чтобы выбрать либо себя, либо его. Ну, жизнь с ним. Здесь кто-то кому-то может писать. Либо вы ему, либо он вам. Я не вижу здесь препятствий в написании. Здесь не в блоке. Но такое ощущение, что человек... вы оба идете по своему пути. Дальше. Закрывается он. Он от вас закрывается. Ему важно как-то вот... его, что ли, движение. Дальше почему-то человек пошел. К паузе или конец. Тут неизвестно, девочки. Но точно здесь не закончено между людьми. Здесь такое еще и ощущение, что здесь люди думают. Надо, либо не надо. Примеряет на себя все варианты жития-бытия вместе, обдумывания. Именно жития-бытия, как быть дальше. Любит человек, нет вас. Здесь себя человек больше любит и свой комфорт, девочки. Поэтому он и много думает. Любит легкость, любит компанию, любит выпить, любит вкусно жить. А вы здесь, женщина, да, представлены довольно строгая,
довольно, может быть, таких строгих нравов, да? Вам надо, чтобы семья так семья, и не иначе. Здесь по этой карте женщина может еще пальцем тыкать, да? Сделай то, сделай это, иди туда. Да, вот такая вот она. То есть и палец у нее не сломается. То есть она будет тыкать до посинения. А ему нужна легкость, игривость, ненавязчивость. Император и маг опять, да, в колоде. Девочки, здесь неизвестно, пауза либо конец. И то, что подвешено не скоро, наверное, будет развязка. Потому что гореть здесь можно. Здесь и как бы чувство есть. И страсть тут есть. И люди сами не знают, что надо. Но здесь человек хочет, да, любить себя. И больше, чтобы отношения были в его сторону, в его угоду, да. Более легкие, более игривые, непринужденные, чтобы ничего вот этой тяжести не было. Может быть, вы такая более, знаете, которая любит раздавать указания, такая женщина, сама гвоздь вобьет, ты почему не умеешь, да, вот давай, надо так делать, там, жить вместе, ну, вот что-то такое. Здесь мужчина хочет более, да, какой-то воздушности, может быть, романтичности какой-то, может быть, больше, да, от вас. Но это точно не конец, девочки. Вот конца мне здесь не показано.